Можем набрать хотя бы 100 лайков под этим роликом? Ребят, 100 лайков хотя бы давайте наберем, а? Ну что, погнали? Погнали! Итак, ребятки, награда у нас за VL. Division Rivals также заберем награду, но давайте сначала начнем с VL. Начнем с VL, да, все, поехали. Я отыграл на серебро 1, это, в принципе, более-менее, наверное, мой рейтинг, так сказать, мой скилл. К сожалению, большего пока что сложновато достичь, нужно больше стараться. Здесь, мягко говоря, нам не слишком-то везет. Ну что, возьмем, наверное, вот этого цапника, грека. Пусть будет этот чувак. Аек, прекрасно. Так, идем дальше. Что там у нас по наградам-то? Давайте посмотрим. Это не то. А вот у нас награды в магазинчике у нас ждут. 7 редких, 24 золотых. Ну, поехали, посмотрим. Будет ли у нас что-то интересное в этом паке? Так. Это волкаут. Это волкаут, ребята, это волкаут. Франция. СФД. Это Бензима. 89. Я чувствую, что он стоит копейки. В целом, конечно, прикольно, Бензима, но если был бы какой-нибудь Мбаппе, то было бы куда более весело, если честно. Но тем не менее, Бензима нам выпал. Рейтинг хороший, но чувствую, стоит он копейки. Но реально. Купромис, Родриго. Ну, нет. Ну да, он копейки стоит. Ну сколько? Ну 1040, я не знаю. Может 30 даже. Ну 40 тысяч, короче, ни о чем, честно говоря. Ни о чем. Не больше, я думаю, 40 тысяч. Вот Бапеха бы выпал. То есть в прошлый раз нам, конечно же, побольше повезло, потому что нам выпал Морес. Он стоил где-то, ну, я где-то за 157 тысяч в итоге его продал. Но там еще минус 5%. Ну, в общем, считайте сами, как говорится. Купромис. Может, что-то он стоит? Нет, он тоже ничего не стоит. Ну, короче, понятно. Родриго. Карточка-то, кстати, прикольная. Ну, по крайней мере, на старте она что-то, я думаю, стоила. Сейчас она не особо что-то стоит. Но, тем не менее... Так, что здесь Иньеста? Играешь в FIFA 21 в режиме Ultimate Team и хочешь собрать крутую команду? Тогда тебе нужны монеты для FIFA 21. Их ты можешь приобрести по самому выгодному курсу на рынке без банов и кидал в моей частной группе ВКонтакте. Наша группа частная, и она доступна только по ссылке в описании, только для своих. Лично я гарантирую честность покупки. Также вы можете посмотреть отзывы и сами его написать после покупки монет. Мы продаем монеты на ПК и PS4. Чтобы купить монеты, вам нужно написать в личное сообщение группы, и там будет происходить вся сделка. Ссылка на эту группу есть в описании. Посмотрим так. Ах, три полоски, значит, это не волкаут. Ну, если Минди какой-нибудь, нет, Германия. Вратарь, о, да, нам, похоже, чувак трап, да? Да, трап нам уже выпадал. Честно говоря, не топ, мягко говоря. Так что первый пак нам был более крутой. Головин Саня выпал. Что-то какой-то он здесь такой потрепанный. Ну что ж, ладненько, ладненько. Ничего тут годного нету в этом паке. Йо-йо-йо-йо, всем привет, друзья мои. Ну что, открываем пакцы. В очередной раз не забываем ставить лайки, подписываемся на канал, друзьям рассказываем, колокольчик нажимаем. Ну что ж, у нас первый Гинтер. 7 матчей в аренду нам дают. А, ну, по крайней мере, хотя бы это можем скинуть. Это 60 монет мы получаем. Нормально так, да? Ладно, открываем паки за предзаказ. 12 редких, 12 золотых. Ну что ж, надеемся на волкаут. Будет ли он, по-моему, это 2 полоски, да, если я не ошибаюсь. А не 3. Так, это 3 полоски, то есть не волкаут, да? Кейта? Нет. Кто это? Гуе или как-то? Гуе. А, Гуе. 84, кстати, рейтинг. Парис Сен-Жермен, статы, ну, ну, как бы, ну, такое, не супер топ, скажем так. Ветидо, Ветидо, вот, ты что-нибудь стоишь? Вот просто интересно, ребят, я думаю, вам тоже интересно, что-нибудь стоит. Да, 1004-3, может быть. Так, ну, тоже волкаута нету, что он здесь? А здесь у нас сразу даже, то есть, как бы, Фред, кстати, Фред, 81. Блин, раньше он точно что-то стоил. Статы неплохие. Я даже подумал его купить. Сопник, 81. Бразилец, Пулишич, кстати. Блин, я и Пулишич когда-то хотел купить. То есть прям, игроки-то вроде неплохие. Даже нам упали.
6400, ну, сколько? Ну, может, 1005 хотя бы стоит. Ну, слушайте, так-то неплохо. Хотя, конечно, волкаутов нету. При вас нажму, потому что, ребят, приходите на мои матчи ВЛ. В общем, ссылка будет в описании, ребята, на каналы. Два канала, наверное, даже закину, где я буду стримить эту ВЛ. Так что, ребят, заходите, буду вас там ждать. Ну что, окей, все, всем спасибо, всем пока.